Первый выезд после покраски Нивы Шевроле 2004 года выпуска. Были устранены кузовные проблемы, ржавчина, рыжики, где-то что-то подваривал, пару латок там ставилось по кузову. Ну а так, в принципе, автомобиль в достаточно хорошем состоянии был, там не битый, не поведенный, только вот лакокрасочное пришлось поправить. Не ездил на нем уже неделю. Блин, так неудобно после Весты на ней. На Ниве еще вся разобранная, в салоне все детали валяются. Надо сейчас гнать ее до дома и дома уже собирать дальше. А вот внутри вот такой вот сюрприз. Бампера покрашенные лежат, все разобранное. Опа! Блин, двери еще не закрываются, ручек нету.